Техкарта на наш новый напиток Афагата. Делаем его в стаканчике 0,2 и накатываем туда 80-граммовый шарик мороженого. Чем с первого раза у вас получится, тем лучше. Если не получилось, то добавляем уже до 80, как можем. И сверху мороженого нужно сделать двойной эспрессо прям в стаканчик. Предлагаем ложечку, вставляем ее в мороженое. И также, если гостю нужна крышка, то вот так вот.